Привет, здравствуйте. Один человек или кто? Девушка или парень? Ну, девушка-человек, парень-человек. Для меня все равны. Написал мне в комментариях в Ютубе: ты можешь не материться в своих видео. Я хотел поставить лайк и написать, что прости, пожалуйста, я только последний месяц, наверное, начал материться. Раньше я не матерился. И курить я стал последние только 2 месяца. И что я постараюсь не материться, я сам сказал, говорил в прошлых видео про Вечного, где его критиковал, что давайте я буду выпускать агрессивную версию и цивильную версию, без мата, спокойную. Просто у меня тогда, когда я матерился, не было таблеток хлорпротиксена, нейролептика. И я был немного не в себе, болен. Утро было раннее, и мне было очень тяжело, холодно, и наступает зима. Я еще обосновывал, как не материться, я обосновывал это в видео. Но я прошу прощения у тебя и у всех, кому и не нравится то, что я матерился. Мне действительно стыдно, это стрёмно. Но я, по крайней мере, от чистого сердца искренне это делал. Я просто пока даже преувеличил, показал, насколько я отвратительный урод. Показал правду, чтобы видели, что я матерюсь, что я курю, не скрывая. Другой бы скрывал, носил маску. Я просто показываю свои изъяны. Хорошо, я показал свои изъяны, теперь все поняли, что я вообще конченый. Матерюсь еще. Хотя с чего бы мне не материться, если я доказывал. Я не из интеллигентной семьи. У меня нету. У меня все родители из деревни. Понимаешь? Короче. А здесь люди? А, здесь перерыв, да? А вы не знаете, здесь продают сигареты Корсар? Это такие по 2 сигареты. Ну ладно. Я курю Росбанк. А это что? Сигареты, которые с двойным фильтром. А сколько стоит? 109 всего. И они как? Ты крепкие есть? Ну они довольно крепкие. Может попробовать, куплю их. Я просто самые крепкие это. Ну вы сейчас будете их покупать, да? Да конечно, да. Я тогда то же самое попрошу, чтобы мне дали. Попробую. Ну они так. Сладковатые. Сладковатые, да? Ну это хорошо. Слегка. Хотя стоит дешево. Короче, вот это вот, видишь, не просто фильтр, а вот идет дым через. Вы не камеру. Против то, что я интервью у вас беру? Я блогер. Вы же не будете меня бить. Не будете меня оскорблять. Вот смотрите, человек, я говорю ему, что я снимаю, и он ничего не злится. О, почему? А зачем? А потому что меня избили за то, что я снимаю вообще. Посмотрите. Вот, и ухо у меня плохо слышит. Я из больницы только вышел. Ты там... Не, я-то добрый. Вы добрый? Очень. А можно с вами как-нибудь пообщаться, еще выпить с вами как-нибудь? У меня просто друзей нету вообще в городе, я художник. А, мои друзья все художник. Уехали. А Валерий Штопина знаешь? Ты что на Валера? Может, я видел его как картину, но я не знаю фамилии. Ленинградский 49. Вот он, один из лучших художников нашего города. Можете познакомить меня с ним? Ну, когда надо как-то, не знаю как. Давайте, короче, сейчас потом обменяемся. Чем телефоном, или где вы обычно гуляете, или как вам удобнее. Я тоже работаю. А, ну я тоже буду работать дворником. Я-то настрой. Ну а так вообще, просто пообщаться с вами можно будет как-нибудь? Ну я говорю, ну тут тяжелый случай. Тяжело, да? Даже жаль. Не знаю, как вам еще. Ну короче, Александр. Я тоже Александр. Ну, тезка, я бы познакомился. Я стал курить, чтобы понять простых людей. А лучше вообще не буду. Да я знаю. Я вот
Просто все вокруг курят. Я уже 40 лет курю и жалею об этом очень сильно. Ухудшилось здоровье от этого? А если бы не курили, думаете, не ухудшилось бы? Ведь тех, кто не курит, у них тоже ухудшается. Ты возьми любое системное заболевание, любое системное, везде сигареты стоят. На первом месте. Ну фиг знает, это просто, может быть, статистика лжет. Не-не-не. Болезни молодеют из-за климата, из-за вот всякой вот этой фигни. Сейчас молодые люди. Ну, будешь все время шашлык жарить, тоже так же будет болеть. Рак лёгких. Ну а можно с вами в пятницу, например, или в субботу, когда... Ой, нет. Ну ладно, жаль. Потом я на даче. Блин. Ну ладно, извините, я не буду навязываться. Просто редко встретишь то добрых я на людей. Работе, то на даче. Это я просто свой объем работы сделал. Просто редко встретишь добрых людей. Я рад, что пообщался вообще с добрым человеком. Спасибо вам. Здорово. Какие еще и музыка. А на чем играете? Гитара. Я на электрогитаре. Я электрогитара вокал. Блин, да я бы хотел с вами поиграть. Группа. Были, короче, у меня группы. Сигнал, потом континент, потом сплошники, 9-й район, мои друзья. А, ну, блин, ну можно с вами как-нибудь поиграть на гитаре? Я говорю, ну я не знаю. Вон подвал, с комнаты как бы. Подвал? Школьная 50Б. Школьная 50Б? Да. Ну. Пятерство в подвале. В подвале? Там студия. Да. Там студия? И там вы играете? Ну, сейчас уже редко. А раньше, скажите, когда-то. Я просто, а как, я просто как раз ищу человека, кто бы помог мне хоть немножко вокалу и на гитаре. У меня электрогитара. Да,